Всем привет, друзья! Меня зовут Маргарита, и сегодня я вам расскажу о самой классной и новой новинке колясочка Йоя Плюс Про. Уже как 3 года я продаю данные коляски, и они меня всегда вдохновляют, удивляют. И наша с ней любовь, она неповторима. И я очень довольна, в общем-то, фирмой Йоя и ее аналогами, потому что эта коляска станет незаменимым вашим помощником в вашем декрете. И вы сможете благодаря ей почувствовать не только все тяжести материнства, да, но и почувствовать, что декрет – это активная, интересная жизнь, потому что с помощью этой коляски вы сможете путешествовать везде, и в своем городе, и путешествовать по России, так и за границей. Она будет для вас просто помощником, как и для меня она стала. Итак, давайте рассмотрим основные отличия от предыдущих версий. Колясочка Йоя Плюс Про имеет длинный капюшончик, по длине он равен, как у колясочки Бабало и Йоя Плюс 3. В новом отделе вот такие солнцезащитные вставочки. Здесь есть проветриваемое окошечко. Капюшончик можно спрятать вот таким образом, можно обратно вытащить этот отдел. Появились светоотражающие вот такие вставочки для вашей безопасности и безопасности вашего малыша. В чем плюс? Кожаные чехольчики на ручке и на бампер стали несъемные. Это большой-большой плюс. Далее, накидка стала в цвет коляски, и она удобно крепится к колясочке с помощью кнопок. Вот данное нововведение, оно влияет на, конечно же, внешний вид, да, но и на легкость пристегивания вот данной накидочки. Это прям совершенно точно вам говорю. Усиленная рама у данной коляски, усиленная рама, и появились вот два новых крепления, которые соединяют раму, соответственно, рама более крепкая, более усиленная. Колеса у нее по параметрам, как у Бабало, 15 сантиметров заднее колесо, то есть задние колеса увеличены, как на моделях Бабало и на Йоя Плюс 3. Рама напоминает раму от колясочки Йоя Плюс 1. Ну вот с некоторыми изменениями. Что мы видим из новиночек также? Корзина для покупок, она улучшена, и вес нагрузки для корзины стал больше. Он сейчас 4-5 килограмм. Видите, здесь добавлено вот такое сетчатое продолжение, да? Соответственно, в корзину вы сможете положить намного больше, чем раньше. Что идет в комплекте? Комплект такой же, как у Бабало, у Йоя Плюс 3, подстаканник, москитная сеточка, дождевичок, 2 крючка для покупок, сумка для переноски и накидка на ножки. Из нововведений также мы с вами можем увидеть, что подножка стала, да, покрыта сверху эко-кожей. В чем здесь плюс, да, что вы сможете просто протирать тряпочкой, да, и коляска ваша будет как можно дольше сохранять свою чистоту. Это большой плюс, да, и очень крутой параметр. Конечно же, наклон спинки остался, как и у предыдущих колясок, 180 градусов, видите, полностью положение лежа, есть положение полулежа и полностью сидя. У коляски также, как всегда, полностью алюминиевое шасси. Ткань идет с водоотталкивающим эффектом. Параметры: длина спального места 80 сантиметров. Это параметр, как был у Йоя Плюс 1 и 2. То есть длина спального места здесь 80 сантиметров, меньше, чем у Бабало и у Йоя Плюс. Ширина 36 сантиметров составляет. Ну и, конечно же, главная классная вещь, да, которая вас спасет, да, что коляска очень легко
и классно складывается, да? То есть движением одной руки, пожалуйста, у вас коляшечка сложилась, и вы идете с ней не спеша. И также коляска легко раскладывается. Здесь держателя нету, поэтому вы можете просто ее сразу вот так резко разложить и на ней кататься. Надеюсь, вы оцените новую модель Юя и станете нашими покупателями. Всех люблю, всех целую. До встречи, друзья. Пока!